Сотрудниками Нижегородской полиции пресечена деятельность 10 подпольных цехов по производству контрафактной алкогольной продукции на территории Нижнего Новгорода и области. И открываем, полиция! Мероприятия по пресечению законной деятельности проводились в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено в конце прошлого года по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, либо их использование». Всего в ходе обысков, проведенных в рамках оперативно-следственных мероприятий, сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Нижегородской области изъяли около 40 тонн спирта, более 30 тысяч бутылок, подготовленной к реализации алкогольной продукции с признаками контрафактности. Изъяты также 15 тысяч акцизных марок, более 150 тысяч пробок и порядка 130 тысяч этикеток. По подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали троих жителей Нижнего Новгорода. Согласно российскому законодательству, им может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы.